Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса. 3 сентября». Появилась информация о том, что российские оккупанты снова обстреляли Николаев и громады области. Есть раненый, 8-летний ребенок погиб. Кроме артиллерийских обстрелов, в области зафиксированы бомбардировки с самолетом. Российские оккупанты снова обстреляли Николаев. По предварительной информации, одна женщина получила осколочные ранения. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Синкевич. Около 11:30 в Николаеве прогремели взрывы. Сейчас известно попадание в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар, его ликвидируют спасатели. Также ударной волной вынесло окна и двери в частном жилом доме, написал он. В то же время глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева отметила, что оккупанты продолжают обстреливать и область. Под удары попали населенные пункты Николаевского и Баштанского района. Сегодня ночью взрывы зафиксированы в городе Вознесенск. Кроме артиллерийских обстрелов зафиксированы бомбардировки с самолетом. Атакованы населенные пункты Первомайской, Широковской и Березнеговатской общин. Зафиксированы повреждения жилых домов и хозяйственных построек. В результате обстрела произошли пожары. Сегодняшнее утро вообще тяжелое. Обстрелы продолжаются. К сожалению, есть пострадавшие. 2 раненых в городе Николаеве, 4 в Березнеговатом, среди раненых 2 детей. К сожалению, есть и погибшие. 8-летний ребенок, искренние соболезнования родным, подчеркнула Анна Замазеева. Я на связи, в Одессе все спокойно, как информация будет обновляться, сразу буду сообщать. До встречи, пока.